Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». ФАС предложила ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России. Как передает ТАСС со ссылкой на Росрыболовство, в ведомстве хотят заменить данный принцип электронными аукционами. Предложение находится на стадии обсуждения. Как отметил замглавы ведомства Михаил Евраев, инициатива направлена на развитие рынка и привлечение инвесторов. По его словам, перевод части квот на аукцион по крабам дал положительный эффект. Агентство напоминает, что исторический потенциал наведения квот был введен в 2003 году. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!